20 лет суверенитета, 20 лет развития. Чего достиг Казахстан? Фармацевтическая промышленность набирает обороты. Доля отечественных производителей на рынке увеличилась более чем в 3 раза. В рамках новой индустриализации за 2 года запущено 12 новых производств. Трудоустроены около 2000 человек. На очереди запуск еще 14 фармпредприятий. Правительство поставило задачу обеспечить половину внутренних потребностей в лекарствах к 2014 году за счет отечественных предприятий. Сегодня уже более трети потребляемых лекарственных средств сделано в Казахстане.